Давайте про кедр. Это что за аппарат? Пистолет-пулемет кедр. На обычный патрон. Ну, макаровский. ПМ-овский. ПМ-овский, да-да-да. Очень удобный. Прикладик собирается. Тоже как используется как штурмовой пистолет, да, или как пистолет-пулемет. Ну и как говорят, что кедр это последний конструкторское решение, изобретение знаменитого Драгунова, который снайперскую винтовку Драгунова сделал. Ну он прям маленький совсем. Да. Очень. А он когда его приняли на вооружение? Он сейчас стоит? С 90-го года начали выпускать. ПП-90 у него, поэтому год принятия ему. А сейчас им кто? Сейчас полиция в основном. Ага. Кедр, кипарис, такие короткие, удобные. По сути, пистолет, да? Ну, да, это по сути пистолет. Размером-то он, вон, с ТТ. Это по сути, как УЗИ, да? Вот когда УЗИ начали делать, угу, с высокой скорострельностью, небольшие, компактные, вот это уже наш ответ. А сколько у него магазин? 20. 20? Такой он, кстати, тяжелый, я хочу сказать. Ну, чем тяжелее, тем меньше увод при стрельбе с очередями. Потому что одиночного огня у него нет. Да. Так, ну и теперь отечественный производитель. Теперь знаменитый тульский Токарев, или лучше давать...